Сегодня мы проводим разбор на Stray Kids Maniac. Hi everyone, July Dance Family is here, and today we're having a tutorial on Stray Kids Maniac. Что ж, мы начнем. Ножки стоят параллельно, мы сами поднимаемся на носочки, сгибая колени. Берем себя за шкирку и поднимаем наверх. Отсюда левая ножка уходит назад за правую. Левая рука закрывает рот. И вот эта линия строго должна быть параллельно полу. Пам. Вторая ручка уходит сюда ко рту. И, перебирая пальчиками, у нас полетела птичка. Да. Еще раз. Мы стояли здесь. Warning. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Полетела. Дальше есть два варианта развития событий. Мы заводим руки назад за себя. Если вы Felix, so if you are taking the Felix part, you are doing it like this. Hands and your head making circle, look on left. Если вы берете партию Хёнджина или любого другого участника Stray Kids, so if you're taking any other participant's part, you're doing it like this. Чирик-чирик-чирик. Hands and put your weight on your heels. Вес на пятке, и мы на пяточках проворачиваемся, и вот здесь чуть-чуть себя докручиваем на левой ноге, чтобы повернуться сюда. Голова у нас также смотрит в левую сторону. Это вступление. So, дальше начинается сам припев. На maniac, у нас злая рука, и она идет к лицу. Maniac. Мы закрываем ей лицо. Дальше ножка выходит и бьет перед собой. Если вы делали партию Феликса, if you were having a Felix part, you were doing it like this, you start just from this move. If you're making other part, you're doing it like this. Все понятно, да? Если стояли за Феликса, правая нога была спереди, она здесь же остается. Если танцевали за кого-то еще, то мы ее достаем, ставим вперед. И точно так же это движение у нас повторяется еще два раза. Теперь с рукой. Сделали злую руку на maniac. Дальше мы замахиваем, берем кулачок и бьем себя в голову, немножечко наклоняя голову. Постарайтесь ударять больше вот этой частью кулака. So try to hit your head with this part of your fist. And then you have like two counts, у вас два счета. Вы делаете пальчики вот таким образом, то есть вы их два сгибаете и достаете из кулачка, вот такие. И вы их поворачиваете на зрителя. То есть у вас маньяк, бум, на-та-та-да-та. Вы повернули эти пальчики, и дальше снова у вас идет удар. Дальше ничего не меняется. Третий. So, first hit is like pump and fingers, second is just hit. And the third is just hit. Mm-hmm. И не нужно каждый раз корпус менять. То есть вы сделали удар, оставляйте голову примерно в той же позиции. То есть вот так делать не нужно. Все четко на одной точке. Дальше. Партия Джессона. Рука стала здесь. И мы вместе с рукой, головой делаем кружок. Там. Дальше. Мы выбрасываем ногу в сторону, отворачивая корпус и немножко сгибая опорное колено. И ручка у нас от головы вымахивается в бок. Либо в кулаке, либо в ладони, не сильно принципиально. Вымахнули. Дальше правая ножка пошла назад. Руки делают сюда. Вниз, голова та-та. Угу. И это очень быстро. So this is the fastest, I guess, part of this choreo. So we did third hit and then circle and then hit. Up, down, head, head. Mm-hmm. Then, у нас снова начинается maniac. Maniac. Little wave, just a little, очень маленькая волна. Maniac. Да. С этой волны мы начинаем немножко заваливаться в бок. То есть мы делаем ее не на центре, а мы делаем ее и сразу начинаем падать. Падаем в плие.
И сразу вот эти наши два пальца, они идут к голове, и обязательно ладонь смотрит вниз. Отсюда мы работаем бедрами, мы просаживаем таз, и с этого толчка поднимаемся, задирая к себе ногу. Дальше опять уходим вниз, задираем ногу, уходим вниз, задираем ногу, уходим вниз, задираем ногу. И делаем это 4 раза. Сели. На первый у нас присоединяется рука, то есть их 2. Дальше на второй мы разворачиваем пальцы на зрителя. На третий мы пальцы переквалифицируем в козы и выводим их вперед. И четвертый доделали в этом же положении. Заводим ножку назад, у нас идет взмах. И мы заводим козу в козу. Либо плотно, либо с небольшим вот здесь вот отверстием. И на ха-ха, на 2 движения опускаем ко рту. Ха-ха. Угу. Соединяем еще раз с самого начала. Мы с вами стояли здесь, мы сделали warning. Пум, чик-чирик-чирик-чирик. Вжж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 
Чумения. Пум. И тогда, тогда маньяк. Пум. One, two, three, four. Маньяк, маньяк. И ха-ха. Then, дальше. Мы отставляем правую ножку назад, снова садимся в плие, но в диагональ. Пам. Руки снова у нас в козах. Они были здесь в козах, они ложатся сюда. К шее, возле шеи лежат. Мы сели, и мы три раза бьем грудной клеткой вниз. Раз, два, три. One, two, three, and. На и или and. One, two, three, and. Мы подтягиваем к себе правую ногу. Руки у нас уже в пистолетах и заводятся сюда. Чтобы дальше вывести вот в это положение. Правая рука будет раз, два, три. Тоже три удара. One, two, three. Нога будет бить назад, но это будет как такой небольшой круговой выброс. И очень важно, чтобы вместе с ним у вас работала грудная клетка. То есть, когда вы бьете пяткой, when you're hitting your heel, you need to work with your chest. So like, bam, bam, bam. Or this move wouldn't work. So, one, two, three, and. One, two, three, and. Кик. На и мы делаем кик. И на это же движение мы делаем выброс и кик. Пум. Садимся. Теперь у нас другая диагональ. То есть у нас была эта диагональ, теперь у нас эта диагональ. Мы с вами сделали кик. И когда мы после этого кика приземляемся сюда, мы снова делаем нашу злую руку. И раз, два, три, качаем к центру. После этого движения снова звук бензопилы, и мы головой запускаем поворот. Этот поворот должен произойти четко в другую диагональ. После того, как мы сюда пришли, у нас по инерции корпус сначала опускается, мы его поднимаем, ставим руки возле головы и делаем руками вот такое движение и немножко трясем головой. Да, то есть нас с вами немножко здесь потрясывает. Еще разочек. Со второй вот этой вот части. Пришли сюда. И. Раз, два, три, и. Раз, два, три, и. Раз, два, три, и. Раз. Да-да-да-да-да. Угу. So, again from this part. One, two, three, and. One, two, three, and. One, two, three, and one, two, three, four. Дальше. After that, it's just like we are incredibly tired. Как будто мы безумно устали. And we're falling. One and two and. Дальше у нас идут два шага. Then two steps. You should walk like a zombie. Excuse me, I'm walking like a zombie. Yeah. Off topic. Мы шагаем на левую ножку, на правую ножку. И когда мы так шагаем из этого положения, мы возвращаем наши козы сюда на шею, только чуть-чуть ближе. И мы шагаем в одну сторону и в другую.
После этого мы подтаскиваем левую ножку на центр, выводим правую руку и вот этой частью запястья бьем себя два раза в голову. Maniac. И снова злая рука. Maniac. Угу. Соберем еще разок. Отсюда. One, two, three, and. One, two, three, and. One, two, three, and. One, two, three, and. One, two, one, two, maniac, maniac. Окей, сейчас соберем полностью всю связку от начала до конца. Итак, поехали. Пум, птички, чик-чирик-чирик-чирик-чирик. Бжжж, повернулись, голова у нас смотрит сюда. И маньяк, пум, пальцы повернули, пам. Третий раз, пам, вжих, голова, выкинули. Крест вниз, голова, голова. Маньяк, упали. Раз, два, три, повернули. Козы, козы, взмах, соединили, ха-ха. Маньяк, три, and, раз, два, три, and, раз, два, три, and, сели, тара-да-ра-да, раз, два, три, четыре, маньяк, маньяк, пам. And now, а теперь скорость 50, 70, 85 и 100%. Я иногда танцую партию Феликса, иногда танцую партию Хёнджина, поэтому как пойдет. So right now it's gonna be 50% speed, 70%, 85 and 100. From time to time I'm dancing either Felix or Hyunjin's part. So you pick up which one you like best. Yeah.
Yeah.